Ну что, дорогие подписчики и гости нашего канала, настал финальный аккорд мировых мастеров последнего чемпионата в этой игре. Давайте все-таки доберемся до него, заработаем 3600 очков и на этом завершим наши гонки. Начинаем, ребята, поехали. Так, взять машинку, я бы сказал бы, помощнее. Хотя тут выбор-то, наверное, опять невелик, да? Ну да, действительно. Тут брать-то нечего. Не шибко-то нам дают здесь выбор. Ладно, будем пробовать на такой. В принципе-то что нет-то? Российский автопром-то мы точно брать не будем. Так, а магазин-то что, разве можно что-то купить, что ли, еще? Да ладно. Да, только под конец игры я начал что-то покупать, что-то улучшать. До этого я вообще просто ездил и ездил. Как бы мне дали машину, все, я поехал там. Неважно, какая у нее скорость, какая у нее там мощность, там прочность вообще. Собрался, поехал и здравствуйте называется. Без проблем. Ну, 3600 это, конечно, много, да. Прям-таки нормально надо. Ну, готовимся к мясу. Чё ты хочешь от меня? Ага, все как обычно. Здорово, ёпта! Вот сука! Хорош! Да. Да, с дамагом у нас проблем нет, у нас есть проблемы с фрагами. Thank you.
блин. Я думал, он живой. Да что такое-то, сука, а? Вот так вот, да? Да похеру. Ну и хер с вами. Ржавый убийца, да, у меня погоняло. Что это у нас, круговые гонки? Ага, ага. Нанести ущерб 4000. Нихера вы. Уделайте весь парк школьных автобусов. Да ну нафиг. Попробуй тут удел его. Попробуем. Хотя, наверное, вряд ли что-то получится. Ну, 12 кругов-то еще может быть. 4000, да. Много, конечно, урона. Ну давай. Вот сколько это дало нам? 400, да? Я уже 2 рубля насобирал. А, ну это потому что по очкам, да? Нет. Ну, 200, да? Хотя нет, походу, да, вот эти очки если делаешь, быстрее себе добиваешь. Ну теперь можно на первое место пытаться выйти хотя бы.
Хотя вряд ли получится. Ну тут первым, ну не знаю вообще как. Выйдет так, что мы вообще просто отправим. Да каким первым? Да ну нахрен, блин. Это нереально, блин. Они бы, ладно бы, там врезались бы в кого-то, догнали бы старых, была бы какая-нибудь каша, мясорубка еще, да-да-да, а так-то что, едут, едут паровозом друг за другом. Ну, если только вот так, это кругов 30 надо. Они даже их не догоняют, те, кто отстают. Ну, пятый тоже хорошо. Да, пофигу на это испытание. Вообще не важно. Это тоже результат, да? Хотя сотка здесь, да, ну, не вариант. Давай-ка здесь попробуем. Так, что надо? Соперников. Три аварии, три развернуть, да без проблем.
Ну что, давайте замутим три аварии. Троих кандидатов нужно развернуть. Понятно все с вами. Я же его развернул. Почему не засет это? А, разнести надо, ёб твою мать. Понятно, тогда это все. Можно сказать, не играть. В принципе, уже. Ловить тут нечего. Что же сделать такие задачи, блин? Сука. Что? Надо было тебя черта прям разбить. Ладно. Под конец какую-то придумывают непонятную тему вообще. Разнесите там, что-то развернуть там. Не, развернуть-то ладно, еще аварию устроить, как бы, да, но разносить это вообще тяжело. То есть ты должен еще кого-то вынести вперед ногами, при этом контролировать его, представляешь, тебя отстало, либо вообще забить на призовое место просто тупо, ну, такое себе. Не очень-то это прям... Красавчик лучший. Молодец.
Так, это ты у нас, да, тут герой, блин. Вообще тачка убийца прям. Как она еще едет, а? Ребята, он финишировали уже, а мы все едем. Че, она без водителя, что ли, едет? Интересно. Как это она без водителя доедет? Очень странная пачка. Ладно, это походу тоже отлетает трасса. Можно сказать, что я ничего не прошел. Вообще, в принципе. Может, здесь что-то у нас получится. Что-то ни одна машина не подходит вообще, да? Еще можно заработать 200. Металлик. А чё не металлика-то? Только сейчас заметил, что у него металлик написано. А не металлика. Я бы металлик попросил бы за это определенную денежку, да, за рекламу ее группы на кузове машины. Как минимум. Wow.
и воткнулся сам, да? Хорош. Так, вирус, да? Ясно. Кандидат у нас. Чертило, блин. Этот мудак еще и третий придет. Хорош. Как классно. Ладно. Так, ну вперед. Первые 200-ки-то мы должны заработать. Крыша нахрен летела, блин. Это что за херня? Ты что не поворачивал-то, блин?
Я что-то нихуя не пойму. Ты что таскает-то так, ёб твою мать? Вообще ни хера не едет, бля. Не поворачивай. Что с тобой случилось-то, алё? Мука? А, Ника. Мука, блин. Так, ну третью гонку надо завершать как следует, да? Ради 200 очков так усираться, блин. На 12 кругов, блин. Жесть. Сделали бы 6 бы кругов, да достаточно, блин. И раз столько много-то. Хотя не меньше минуты, но все равно. Такое ощущение, что ты вечно съедешь.
Да, блядь! Сука. Хера, 7 секунд, блин. Да отстань ты от меня, урод, блин. Что-то какая-то прям каша, блин. Хер поймешь, ну кто это вообще, откуда они взялись тут? Я вообще не отупляю, блин. По цифрам только смотрю, кто насколько отстает, и все. Конечно, блядь. Тут сомневался. Куда ты? Да блять! А, эти покрышки, сука. Просто жопа вообще. Да, чуваки, блин. Вот тебе разрыв 11 секунд. Там все сальтухи крутят. Давай, 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 давай.
Ну мудак ты, сука, блять! Чепушила сраная, блять. С такими вот клоунами вот потом ты начинается проблема, блин. Теряешь все свое преимущество. В 11 секунд, блин. Интересно, сколько до финиша доедет? Уже, наверное, под десятку, наверное, машин уже нет в работе. Хера, на полминуты считай. Ой, ну что, сколько у нас клиентов-то не доехало? А что, не покажешь, что ли? Ну, почему? Ладно, не хотите, не надо. А мы идем дальше. Первые 200 очков заработали. Ва-а-а, достижение. Так, а здесь-то что надо было сделать? Надо же тут аварию, да, сделать. Надеюсь, у меня машины нет. Угу. Ну давай, попробуем еще раз.
Все, 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 отстань, отстань. Чем эти 1500 дамага, блин, я их давно уже заработал. Все уже шутные катаются, блин. Ладно. Чего бегать от меня как придурки, а? Хорош, да? Ну еще заработали, ладно, фиг с ним. Так. Не очень-то перспективно, да? Ладно, давайте на этом закончим первую часть нашего первого, так сказать, да? Содержания мирового тура. Последний у нас остался кастинг. Тяжеловато идет, но я думаю, мы справимся. Всем, ребят, спасибо, всем удачи, берегите себя.